Добрый день, с вами сегодня канал «Родные люди». Виктор Коробкин. И Ильченко Валерий Иванович. Друзья, мы хотим сегодня поздравить вас с праздником весны, днем 1 мая, правильно? Пожелать вам в этот праздник труда, солидарности, любви, здоровья, счастья и всего самого наилучшего, что есть у нас людей на планете Земля. И в этот день Лерочка в честь поздравления всех вас хочет прочесть стишок. Правда, Лера? Как он называться будет? Я узнала, что у меня. Так. Ну, расскажи, пожалуйста, нам свой стих. Я узнала, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, поле, каждый голосок. Солнце, небо голубое, это все мое родное. Всех люблю на свете я, это родина моя. Спасибо, Лерочка. Молодец. Друзья, всего вам хорошего. С праздничком вас. Счастья, мира и любви. С вами были Ильченко Валерий и Коробкин Виктор. Удачи вам.